Всем добрый день, дорогие друзья. У нас день. Сегодня у нас на улице было минус 15, поэтому я отвела маленьких в садик. Оксана тут сидит, кушает. Койку еще не заправляли, да, Оксана? Оксана, скажи привет. Привет. Че кушаешь? Хлеб со сгущенкой. Че ты говоришь, Катя? Минус 13 сейчас. Ну вот видишь, еще теплее даже стало на улице. Муж ушел на работу, ему там надо подготовить что-то, будут выходные полностью работать. Субботу, воскресенье, морозы спали, можно работать теперь. А мы сейчас будем заниматься уборкой. Койку будем заправлять, прибираться, все, да, Оксана? И уроки делать. Вот это вот у меня орхидея, которая самая первая моя, видите, она цветет. И остальные тоже орхидейки здесь. Нет, вот это вот самая первая моя орхидейка. Да. Это мини-орхидея. Это я брала на Новый год. Вот такие же вот я дарила. Сейчас постараюсь показать. Вот такую фиолетовую я дарила и вот такую белую. Вот у меня их две осталось. Тут наша Ксюша. Ксюша, скажи привет. Мы Ксюшу не выпускаем, из-за этого она психует. Да, Ксюша? Да, не пускает, стучит по клетке, стучит. Скажи, выпустите меня. Маша тоже решила хлеб со сгущенкой поесть. Ладно, всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Сейчас я вам показываю то, что девочки пошли на улицу гулять. Ну, конечно, все это в ускоренной съемке, но вот, тем не менее, старший сын скидывал с летней кухни снег. Снега нынче у нас нападало после Нового года уже очень и очень много. И вот у меня сынуля скидывал снег. Я надеюсь, что вам такой видеоролик понравится. Вы мне обязательно, конечно, в комментариях напишите, чем вы занимаетесь в свои выходные или будни. Будет тоже интересно, и какая у вас погода. Мы вышли гулять. Оксанка, они тут построили крепость. Где ты туда? Пойдемте быстрее. Маша, здесь первая. Маска первая идет. Пойдемте на горку, я сниму, как вы катаетесь. На горку пойдемте. Пойдемте на горку, я сниму, как вы катаетесь. Быструю ледянку. На ледянку, Оксана. Вот она, большая ледянка. Стойте, я сейчас с кем-то прокачусь. Катя, вновь перед всем. Я сзади вас. Перчатки мои там лежат, Оксана. Принесите мои перчатки. Давайте катитесь, а я вас засниму. У меня перчатки снизу. Сейчас, Машка, я с тобой буду. Это у них крепость. Машка, иди сюда. Не надо. Сейчас я одену перчатки, и мы покажем, как мы катаемся с горки. Вот такая вот у них крепость. Я делаю перчатки, и мы идем кататься на горке. А я буду...
пойдемте. Ну, пойдем, я покажу снеговика. А, нет, снеговика сломали. Тут был снеговик, но его сломали. Все, пойдем. Какая змея? Пусти, ее надо повернуть. Помогай мне. Оксанку сейчас будем катать. Все, выходи. Это вы крепость построили. А тут и сами. Они строят крепость очень сильную. Они отсюда берут снежки и строят крепость. Оксана, а пойдем снеговика строить? Да. Пойдем. Бери с собой санки. А нет, снеговика я и строить не хочу. Мы сейчас будем строить крепости, мы сейчас вам покажем как. Уже построили крепость. Вот такую вот. Тут горка, лестница, а тут крепость. Вот такая вот крепость. А там Машка. Они тут крепость поломали. А сейчас мы покажем, как мы катаемся. Thank you.